Ну что, дорогие друзья, давно у нас не было рубрики «Обзор аккаунтов». Я рад всех приветствовать, всем здравствуйте, дамы и господа и гости моего канала, с вами, как всегда, Айрон. И в сегодняшнем видеоролике мы будем играть в игру под названием Roblox в режим кардилейшип тайком в Роблоксе. И со мной сегодня Алена. Привет. Да, всем привет. Собственно говоря, это эксклюзив для канала. Девушка в КДТ. Я ее еле как нашел в ТикТоке. Мы с ней связались. И сейчас мы будем делать обзор аккаунта девушки в КДТ. Да, пацаны, это что-то новенькое для просторов КДТ, логично. Собственно говоря, Алена, ты должна у нас нам показывать все свои лимитки ивентовские. Если что, я ее буду поправлять, если она будет какие-то ивентовские или лимитки пропускать. Правила такие, ты показываешь, я смотрю, сколько это стоит, и на монтаже я уже буду прикреплять, сколько это денег, и будет в правом верхнем углу показываться сейчасник капитал. И в конце ролика мы получим, сколько ты потратила на тачки, и потом еще прибавим твои 850 миллионов и посмотрим все, что ты накопила за примерно 3,5 года игры. Она примерно так же, как и я, играет, но немножечко там на месяц с половиной вроде бы, так сказать, раньше она начала. Так что мы сейчас начнем. Алена, готова? Да, давай. Ну, показывай первую машинку. Ну, начну с машинки, которая давалась за код. Да, что помнишь? Получается, это того тачка за код, Nissan 053 за 120 тысяч. Дальше. Вот эта машинка. Ну. Она стоит 149 тысяч. Ну, это получается с дрифтового ивента. Да. Ну вот. Еще машинка. Получается, это Subaru с ралли. Стоит она, я не знаю. 158, спасибо. Вот это вроде ивент. Нет, это лимитка. Лимитка за 3 миллиона. Как я помню, это у нас получается Ford. Куда добавляли дрифт-гоночку. Освежим память. Алёне. Лимитка. Получается Ferrari, La Ferrari. Полицейская. За 8 лямов, да? 8 миллионов, да. Наверное, все помнит. Дальше. Дальше. А машины не спака показывать? Из VIP. Чего? А, из VIP, конечно. Машины VIP. Показывай, показывай. Одна стоит 6 лямов, другая 3 ляма. Получается, математика, 9 лямов. Все, получается, вот 9 лямов. Ну, за VIP. Ну, опытно засчитаем, да. А, не. Терзен, линейка. Терзен за 18 лямов. Хорошо. Ну, я и брала за 12. Ну. Если будет считать. А, за да. 12. Так, хорошо. 12 миллионов. Аполло. Аполло Project Evo. Кстати, тачка сколько? 9 лямов, да? А, не, 12 тоже. А вот 12. Тачка долго сидела на бета-тестах, и под Новый год выкатили в свет. Ура, победа. Давай дальше. Новая Макларен. Да, Макларен новенький за 13 лямов, да? Да. Отлично. Дальше. Лимитка. О, вижу тут GT за 20 миллиончиков. Ну, да, 20 миллионов. Если честно, параша. Багани недавно. Ну да. Багани Баркетта за 18 лямов. 18. 300 плюс брала за 20. А, 300 плюс? Я, кстати, тоже его брал за 20. Ну, все, первые 115 миллионов уже есть. Дальше. Болид брала за 37 500. 37 500, я тоже. Почти одинаковые. 37 500.
Это вроде сезон. Нет, это не сезон, это с полицейского ивента, которое было на этой карте. Да. Так много, 5500. Да вообще, я только копил на нее, столько сил вложила. Жиза. Это с новогоднего ивента. Да, с новогоднего кэнди-шопа. 199 тысяч. 199. Все, отлично. И вообще лучшая из лучших. Пальмыч, если ты смотришь этот ролик. Я нашел такую же... такого же человека, который любит такие же машины. Стоит она 7 миллионов. Ой, 7 миллионов. 7 тысяч. Не, конечно, Пальмыч, наверное, бы и за 7 лямов купил бы такую. Да, она вообще не была лучше. Я обожаю ее. Жиза. Сейчас, это, у тебя же все эти монстр-траки, да? Да. Получается, да, 2 миллиона, 3 миллиона, 3,5, 4 миллиона, 5 миллион, 5 лямов. 5 лямов, все монстр-траки, да? У тебя 5 лямов. О, ухо. С новогоднего ивента. Тоже, кстати, прикольная тачка. 11 тысяч. Даже не знаю. Где надо было искать. Да, криминальный этот. Когда надо было его найти еще. Кстати, многие его не забрали, потому что, ну, если бы не ютуберы, они бы, наверное, даже не знали бы о ее существовании. Да. А как его? Гольфкар. Да, гольфкар. 24,5. Да, тоже одна из лучших машин. Жизненно. 24 500. И вообще, вот закрываем тренд идеальных машин в ПДТ. Это яйцо. Надо запикать будет, потому что YouTube такого не любит. 50 тысяч стоит это яичко. О, сватовский там, грузовик, или как, если, Максим, ты тоже смотришь этот ролик, армейский, либо же грузовик военкомата, 150 тысяч стоит этот грузовик. Грузовик военкомата мне больше не нравится. Ну, это точно самая лучшая машина, бургер-мобиль. Да. Крейзи хамбургер, 44,5 тысяч. Получается, это шаман русский с кэнди-шопа. Стоит он 290. Ага. Все, кайф. Так. Ну вот и хэллоуинская была. Тачка, которой у меня нету. Сколько она стоит? Сейчас. 62 500. Ну, Алена начала на месяц играть раньше, так что у нее есть и хэллоуинские машинки. Давай дальше. Кстати, остается все еще эта машина самой длинной в игре. Стоит она 72 тысячи, она была на, получается, ивенте первая неделя с периода 2021 до 2022 года. Так, это... Ну, пасхальный день. Пасхальный. Да, Трайбани. 76 тысяч. С этого пасхального ивента, на котором, кстати, я хайпанул и набрал 56 тысяч просмотров. Тесла, да, за лямчик, лимитка, не знаю, зачем ее добавили. Они добавили ее для меня. Видишь, что я вообще творю? Знаешь, эту музыку Эри Райдна? У тебя есть с ивента? Какие-то были, вот, а да, цена вот какая у ивента? 76 тысяч, пока приплюсуем 76 тысяч. У меня тут все по магазину, вот, не жестко раскидано. Ну, она у тебя есть. Поверим, да, Алене. Да, она у меня есть, да я найти не могу. Ну ладно, пофиг на нее тогда. Хот-рот. Но Алена знает, как я его по-другому называю. Хот-вилл. 128. 128. Дальше. Я не помню, но вот это, она... с ивента была. А, нет, она была с сезона, я не помню какого, Айрон точно не помнит, но сколько она, 130 тысяч. Это с сезона. Да, с сезона. Она купила только сезонный пас с пятого сезона, то есть в
Все остальные прошлые пассы донатные, их машин у нее нету. Хотел даже сказать, что у нее есть VIP, у нее есть X2 и у нее есть специальные цвета. Вот все ее геймпассы. Сколько она стоит? 130,5 тысяч. 130. Гелик с бесплатный с Эльдорадо. Помню этот ивент, в принципе, даже прикольный. Точнее, он 0 баксов, да, 0. Ну, у нее он есть, это самое главное. О, LN2, моя первая ивентовская машина вообще на моем аккаунте. Прям старушка. 300 тысяч она стоит, даже помню. Не помню, вот это она... Да, была джуниор, да. С первого сезона. 182 тысячи. Астон Мартин с нового сезона. 203. На 203 тысячи. О, тачка Джон Кобры. Кобра. Мы ее так называем, это потому что был такой ютубер Джон Кобра, популярный. Но сейчас он как-то утих. 1 500 000. Да, я уже переписал этот 1 500 000. О, Сильвия с 15 Pro. Как же ж я орал, когда ее добавили на дрифт ивентик. Боже, ты бы слышал бы. 900. Я просто, не играл тогда. Просто на 2 месяца раньше надо было у меня играть, и тогда я бы ее купил бы с самого начала. Порш, когда надо было его просто собрать. 220 тысяч, правильно. Пока ж такие, в принципе, мы еще до лимиток дойдем, пацаны. Еще скоро веселуха начнется. Галарды за 0 баксов, да? Да. Да. Хэллоуинская. Она у нее есть, так что мы просто отлайкаем. О, кстати, прикольный раскрас. Да. 190 тысяч стоит. Поршен был с полицейского ивента. Дальше. О, с Candy Shop, Dodge за 4 125 000. Я прям на нее, кстати, даже смотрел. Феррари, которую надо было забрать. По сути, она должна быть бесплатная, но она стоит 258 000. Не знаю, чем Фокс думает всегда. А, вот это я не помню. Да, с ивента новогоднего этого года, который был 260 000. Она мне, кстати, напоминает лучшего Феррари. Ну, есть такую. О, бесплатная Феррарика за 0 баксов. Мы ее просто отлайкаем, у нее она просто есть. Порш RT4 RS, который был за Новый год с периода 2021 по 2022. О, Bentley эксклюзив за 260 000. Кстати, прикольный ивент был. Мы можем, кстати, еще взять Bentley. О, бесплатная машина Huracan. Мы можем взять Bentley, вот эту вот, которая была за 60 кирпичиков, типа. Потому что, логично, она уже, если она собрала это, то тогда этот Bentley 100%. 195 000. Он же у тебя есть? Вроде да. И она приехала, получается, на новой тачке. Это с, получается, дрифт ивента. Стоит она... 275. О, с лимитка, которая... Вот первое было обновление с полицией за лям. Я помню оно. А дальше? О, это с Хэллоуина. Да. 315. Я не помню. А вот это... Она... Была с ивента Toyota Supra. Ой, с сезона. 315 стоит она тысяч. Тоже, кстати, 315. В падении? Не думаю. Бесплатный McLaren. О, Ferrari 250 GTO. Ты его покупал уже с Limited Store, да? За 15. А вот это? С третьего этого сезона. За 600 косарей. Хэллоуина этого года. Если честно, парашный Хэллоуин. Надеюсь, в этом году завезут реально. Нормальный. Просто у них что-то там не получилось, и, короче, они забили на этот Хэллоуин. Должна была быть вторая классная неделя, но
Что-то они просрались там. Блин, как же я долго... Я примерно 3 часа сидел и собирал эти чертовы 100 подарков. С да, Феррари, то же самое. О, Dodge Charger Доминика Торетто. Моя семья. Ладно, нет ничего, уже не семьи. Лям 500 стоит он. Подожди, реально? По-моему, он у лям стоил, ладно. Корвет R за 2 ляма, когда было 4 года, когда ты, кстати, недавно был, день рождения ее. С прошедшим КДТ. Угу. Дальше. Ещё, я не помню, вот это, она обычная, да? Нет? Нет, она необычная, она крутая, ну, самая лучшая награда была в этом полицейском ивенте. Блин, там так, как будто мало машин было, а вроде бы уже сколько ты показываешь с этого ивента полицейского. 550 тысяч стоит Nissan. О, Scandi Shop у нас. Audi R8 за 400 на косарей. Так, дальше. Дальше. А, это донат. Это тоже донат было. С Хэллоуина. Еще один. Макларен. Сколько он стоит? 675. 675 тысяч. Нормально. Дальше. Lamborghini STO в новом поколении. Я тоже очень обрадовался, когда ее добавили, потому что она мне заменяет Lamborghini STO, которая была за ивент. McLaren. 525 тысяч. Опа, Porsche. Porsche. Года, офигеть. За 900 тысяч. Jeep 6x6. Ты его... А, ну да, ты его покупал в Limited Story. 3 750 000. Да. Все, дальше. Mercedes RT3 с нового сезона. С врапсиком. Классно. 999 000. И вот первые твои 200 миллионов. Это пока ивентовские, они еще дешевые. BMW S4 RT3 за... 975 тысяч. О, Хэнти Велоцираптор. Тоже моя самая первая лимитка. А, получается, Мерседес 6x6, да. Гелик. Да. Гелик 3,5. 500. Я покупала на Лимитед Стори. На распродаже. Эссо Ламборгини за 6 лямов. А, получается... Пагани. Погоня. 1400, и вроде бы что-то с новогодним связано. Да, новогодний ивент был когда? Если честно, парашенная Погоня. Это когда 100 подарков. Мы, ну, после 3 недели надо было все недели собирать, и тогда ты получил бы эту машину. Ну, если честно, хреновый был подарок на Новый год. В этом году был лучше. Угу, потратить все свое время. Porsche. За лям 425 тысяч, которые с этого сезона. Ну, это лицо доброе. Да-да-да-да-да. Ну, ты типа не Porsche, но это модель Porsche. Ты показывал эту Ferrari, да? Я тоже не помню. По-моему, ты не показывал, но она у тебя есть. Она перед роликом проверяла. 3 миллиона стоит этот. Это Ferrari. О. О, да, вот она. Имеется. Пожилая жаба. Она-то тоже... Ламборгини Мурсилага, который полюбил Максим, за лям 450. Ламборгини Хуракан Про. Кстати, реально офигенный был ивент. О, Феррари. Феррари 995 Ева за 5 лямов. Макларен с... Я тебе... Центрифуга. Макларен Формула РТР за лям 900. Формула. Это самая лучшая была в первом сезоне. Стоит она 2100. Феррари Эссо за 9 лямов. Дальше. О. Феррари F50 5400. Офига себе. Я, кстати, даже не смотрел, сколько она стоит. Типа. Нормально. 247 миллионов уже. Типа ты сейчас ищешь по своей памяти, а потом вот когда ты такая уже не помнишь, мы уже конечные, это получается... Тачки будем, я буду показывать просто. И ты будешь говорить, есть да. Ли они или нет. 7 лямов Lamborghini Revan. Monza. Ferrari Monza.
SP2 за 7,5 лямов. Кстати, прикольная лимиточка. О, Pagani Capure. 12 лямов стоит. О, новая лимитка. Broman 26TB за 6,5 миллионов. Какой упогладич. О, Porsche 719 за 10 лямов. С Bornfinder. Я считаю, угадаю, Егор. Да. Егор за 3 миллиона 100 тысяч. Дальше Bugatti EB011. Угу. За 8 лямов. Да, McLaren One RTR за 12 миллионов. Имбамба. Ну вот, лимиточки уже пошли, вот уже начинает Porsche Mr. R за 8 лямов, который был на новогоднем ивенте. McLaren Ayrton RTR за 12 миллионов 750 тысяч. Я бы сказал, Mazda Beata. А это Mazda Fury. Фурай. За 3 миллиона 900 тысяч. Которая была во втором сезоне. Кстати, я считаю, второй сезон самый лучший вообще за все время. Кстати, ты пропустил тачку Кенблока. У тебя она есть? Тут есть, кстати, это, 8 машин, которые ты пропустила, ну это ладно. Вот, да, тачка Кенблока. Давай дальше, потом мы просто покажем. Она тоже должна быть в Limited Story. Кадиллак, да. Кадиллак с нового сезона за 4 миллиона. Кёнигсик SSRT за 3 миллиона 750 тысяч. Porsche KB 43 за 5 лямов. Он был в третьем, сезоне, по-моему. Pagani Zonda R, да? За 7,5 миллионов. Ferrari FKKX за 12 миллионов 750 тысяч. Apollo Gumpert за 9 лямов. Тоже прикольная лимиточка. Mercedes DLK. Да, DLK. Если честно, тоже крутой мерсик. Стоит он 9 лямов, и он тоже должен появиться скоро в Limited Store. Apollo AE за 15 лямов. Ну, кстати, нормально даже. Говняный Mercedes One, который даже с улучшенным движком едет 399. Это щука. Apollo... Pagani Utopia. Дальше моя самая любимая Lamborghini Sentimento. Ты можешь меня не понять, мне у нее задница сосна. Стоит она 10 лямов. Понятно, все поняла. Вопросов не имею. Aston Martin Valkyrie. Да, у тебя есть. За 13 миллионов 500 тысяч. Следующий, да, угадаю, Тапок Пети. Не поглазь. Тапок Пети за 250... за 9 лямов 250 тысяч. Lamborghini. Lamborghini SS02, которая должна быть в Limited Story. Она стоит 10 лям. Мексик SS08S. Стоит он, получается, у нас 6 лямов. Был в Пинефории Батиста. Кстати, прикольная лимитка, я ее обожаю. Стоит она 9 лямов. Да, классно. Bugatti Chiron Pure за 14 миллионов 250 тысяч. Если честно, я ее не любил, эту лимитку, но когда на нее добавили в RAPS, так еще и это... Ее сделали салон, то она вообще сосная стала. Lamborghini, что? Короче, да. За 13 миллионов 500 тысяч баксов. Слушай, в чем прикол у меня? Вот это вот, типа Лейкан Гиперспорт, просто он тут Waters называется, за 13,5 миллионов. Он у меня тоже был на новом, такой же фиолетовый. Gani Huayra R за 10 миллионов 500. Терза ты показывала. Кёнигсик SSXR. Он стоит у нас 16 миллионов 500. И вот это голова всех рыб. Это вообще просто жопа какая-то. У него лицо. Как рыбка. За 11 миллионов 500. 11 миллионов 500. Кёнигсик SS058 за 12 миллионов. Офигенная лимитка. Кстати, Кёнигсик Актер получается. Да, но очень. У нас о Bugatti Centedeci за 18 миллионов 750 тысяч. Мини Мистраль был за 14 миллионов. Bugatti Levantur Noir. Просто мой французский язык. 28 миллионов 50 тысяч. Атлантик. Скатуатара. Она стоит 19 миллионов. Пропустила, получается, 8 машин.
Первая машина — это Максимобиль. 54 500. BMW S3 у тебя тоже есть с третьего сезона, раз уж ты все сезоны проходила. За 111 тысяч. Челленджер ты тоже пропустила. Если честно, его легко пропустить, потому что он как будто обычный, но это был с когда Дед Мороз. Стоит он... А, сколько цену? 116 тысяч. Это Dodge. Ты Субарик не пропустила, а эту парашу пропустила. Это с ралли-ивента было за 500 кубасов. Стоит она 118 тысяч. По-моему, это донатная, да? Суть его, да, он у тебя имеется. А McLaren 21C за 150 тысяч. BMW S2 за 172 тысячи. Ты проходила его? Вот уже не знаю. McLaren уже был, да? Да, вот McLaren. Имеется у тебя. Вбить BMW. Вот, да, она тебе имеется тоже. Последняя машина, которую ты пропустила. Mercedes. С новогоднего ивента. За 244 тысячи. Он у тебя имеется. Конечно. Все. Базар, вокзал. Ну, получается, это все тачки. Мы полностью прошлись по всем твоим машинкам. Давай еще, по сути, посчитаем. Ну, мы посчитали тачки. Какие у тебя дома имеются? Все? Да. Все. Мы считаем, получается, ну, получается, все эти обычные, то есть это 11 миллионов 100 тысяч. А особняк, мы считаем, у тебя же есть VIP, считаем его как за 20 лямов. Да. Получается, мы еще прибавляем, это сколько, 31 миллион 100 тысяч. 31 миллион 100 тысяч. Какие у тебя... У тебя все салоны прокачаны по максимуму? Все, да. Каждый салон у нас получается по 3 миллиона. Всего в игре салонов 5. То есть 3 на 5 – 15. Значит, 15 миллионов. И последнее. Все обычные тачки. Алена, извини. Мы посчитали. Примерно... У тебя составляет полная сумма всей твоего имущества, да, и все, что ты накопила, 802 миллиона 98 тысяч. И сейчас мы прибавим твои сейчас 851 миллион. И получается 1 миллиард 653 миллиона и с какими-то копейками, потому что там ешечка стоит. Ну, у тебя аккаунт в сумме теперь вышло больше 1 миллиарда 600 миллионов. Могу тебя с этим поздравить. Мой аккаунт, возможно, примерно так же. Получается, я частично апнула биллион. Ну, как бы ты уже переросла биллион на 600 тысяч. Ой, 600 лямов, да. Ну, в принципе, обзор аккаунта Алены подошел к концу. Мы посмотрели на все ее имущество, на что накопила девушка за год с половиной игры. Больше. Ну, нет. Я год и примерно 3-4 месяца играю, ты примерно на... 2-1 месяц раньше, ну, примерно, ну, там, год и 6 месяцев, там, может, 7, примерно. Да нет, разве? Ну, да. Я сейчас посчитаю. Ну, окей, давайте посчитаем. Оказывается, Айрон немножечко тупанул. Она, оказывается, играет 1 год и 9 месяцев. Айрон играет примерно 1 год и 7 месяцев. Я сам охренел. Сколько быстро время летит. Ладно. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Надеюсь, если вы хотите больше Алены в роликах, я ее, возможно, еще позову куда-нибудь, если она вам понравилась, конечно же. А мы на этом закончим видеоролик. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а с вами был Айрон и Алена. Всем удачи и всем пока-пока. И подписываться не забывайте. Конечно же. Всем пока-пока и до скорых встреч. Бумба.